О перспективах развития агропромышленного комплекса говорили сегодня на совещании в Чувашской сельскохозяйственной академии. Сегодня 8 из 12 национальных проектов касаются отрасли. Интенсивное развитие животноводства, модернизация оборудования, использование новых технологий выращивания. А еще выверенная кадровая политика и создание перерабатывающих производств. Вот что, по мнению эксперта, выведет сельское хозяйство на новый уровень. Говорили и о государственной поддержке, льготах и субсидиях. На совещании обсудили основные разделы стратегии развития. Там же состоялись презентации лучших хозяйств.